приглашает вас на берег Черного моря в Ледовый дворец Большой. Максим Афиногенов, капитан. Витязя сегодня он в четвертой тройке. Андре Петерсон, главный снайпер. Тот, кто забивает в составе Сочи чаще других. Витязю Лапенков на Уилсона. Уилсон на лицевую линию. Пока что розыгрыш на правом фланге без особых обострений. А вот и бросок. И Лапенков приехал на пятачок, пытается добить шайбу. Накрывает ее Сятри. И Лапенкова тут очень сильно отталкивают. Спокойно меняются, выжидает за воротами Климонтов. Длинный пас налево. Афиногенов. Обводку пошел. Бросок с неудобной. Пепперли вытаскивает. Классно все сделал Афиногенов. Эмертон. Передача на Верна. Верн в среднюю зону. А здесь два игрока в темной форме. И Уилсон. Скидка Петерсона под бросок. Сятри отбивает шайбу. И все-таки она оказывается в сетке. Вот это да, вот это продавили сочинцы сейчас и выходят вперед заслуженно 1-0. А началось-то все вот с этой подкидки. Петерсон здесь на Уилсона шайбу отправил. Уилсон не стал бросать, вернул обратно Петерсону. Вот он бросок, и казалось уже, Порцелан шайбу вынесет, но нет, тут Кори Эмертон. Выбирается Витязь из зоны, но здесь коллективными усилиями все-таки продавили сочинцев, хотя затем Райан Витязь спокойно так шайбу забрал себе. Костицын налево на Игнатушкина, бросок в дальний угол, и шайба в сетке 2-0. Великолепное попадание, и Игорь Игнатушкин укрепляет преимущество хоккейного клуба Сочи. Классное попадание. Передачи Райана Уинни. Как Александр Шаров шведом. Шайбой сочинцы. Передача на коротке. А здесь пас на пятак и добивание. 3-0. Крюков празднует успех. Вот такая передача на коротке. Замахнулся, но не стал бросать Шишканов, а затем передача на пятак. Шайба попала сначала в щиток Харри Сятери, но очень удачно отскочила на клюшку Артему Крюкову. И тут со второй попытки Радулова. Радулов на защитника и бросок. Дерлюк зарядил. Колусал. Солодухин. Бросает и попадает. Вот это да. Там справа открывался Королев. И напрашивалась на самом деле передача. И даже показалось, что Королев там этот пас просил. В итоге шайба оказывается в сетке Сочи и 1-3. Итогов вступления Сочи в континентальную хоккейную лигу. Матчи команды могут похвастаться посещаемостью. Ох, какой бросок, и 3-2. Вот это гол! Максим Афиногенов сказал свое слово, капитан. Пошел Афиногенов на ворота, развернулся и в дальний угол попал, как в лучшие годы, а? Фантастика просто. Десятая шайба в сезоне. Якубов, прекрасный момент. Пепперли выручает. Сочи сейчас вот так продрались через оборону соперника. Сочи на левый фланг шайбу отправляет. Здесь столкновение Шитикова с игроком Сочи. Ох ты, вот это да! И как не забивает сейчас. Радулов через борт на защитника. Клей Уилсон. Подбросок партнеру, и шайба в сетке. Реализует численное преимущество. Игроки Сочи. Коледов заряжает. И может быть там кто-то и подставил клюшку, а может быть и не клюшку. Как бы там ни было, четвертая шайба влетает в ворота Витязя.
точнее Афиногенов сумел опередить Макса Вярна. Коусал на левом фланге. Ушел. Таки ушел от Игоря Радулова. А вот направо передача не прошла уже у Витязя. И атака Сочи. Бросок. Успел помешать Макеев Вярну. На Порсона снова Цыганов. Пас за ворота. И на пятак поехал Цыганов. А вот и Кемпи открылся, получил шайбу. Возвращает ее под бросок и не попадает каким-то образом. Сейчас Роман Хорок. Как все разыграли. Ну и сам, наверное, на видеокуб поднимает глаза Роман Хорок, чтобы вот этот момент увидеть на повторе. Прозвучала сирена. Подошел к концу второй период. Вывести игру на среднюю зону. Тем более откинуть шагу к воротам соперника. Не получается этого сделать и у Уитни. Хотя вот теперь вырастает выход 2 в 1. Эмертон слева открывается, получает шайбу и забивает Кори Эмертон. Это дубль, это 5-2. Шайба в меньшинстве. Помните, о чем я говорил? Пятая шайба в меньшинстве в исполнении Сочи в этом сезоне. Да, времени еще предостаточно. И Витязь сдаваться не будет, но 3 шайбы. В это верится с трудом. Передача какая своевременная. А, от Макса Вярна. Ага, не Эмертон ни разу. Вот в чем дело. Макс Вярн забивает. Клюшка попадает Селезневу. Тем более, что рядом арбитр находился, предупреждал, да, что нужно действовать аккуратно. И снова падение вот в том самом месте. На этот раз защитник сочинский падает, Роман Дерлюк. Звучит сирена, и Сочи одерживает победу. Вячеслав Буцаев благодарит своих помощников. Попозже, конечно, игроков поблагодарит. Ну, а те отправляются к Томашу Пёперле. Две шайбы, которые пропустил, но ни разу не позволил усомниться в своей игре.